товарищи, у Оськина из отдела стандартизации умерла теща. Я собираю деньги. Это какой Оськин? Такой рыженький, с бородкой? Да, он самый. И поскольку собираешь? Ну, кто сколько может. Лично я дала рубль. Ты член правкома, ты нам не пример. В самом деле, по рублю много с нас. Недавно только на крокошьян собирали. Если бы еще сам Оськин умер, а то его теща, которую мы и в глаза не видели. И всегда этот Оськин придирается своими стандартами. В прошлый раз чуть проекты за него не завалили. Ну и как хотите. Я же сказала, кто сколько может и хочет. Товарищи, если не ошибаюсь, система нормы контроля, предложенная Оськиным, получила медаль на ВДНХ. Зайдешь потом ко мне, Надя? Ладно. А мы с Оськиным все же в шахматы за институт играли. А меня он как-то на своей машине подвез, когда я опаздывала. А мне как-то в буфете. Он две баночки болгарского перца уступил. И у меня есть теща. Как говорится, пока жива-здорова. Но, кто знает. Отчисляли бы из зарплаты на все эти поборы, как подоходный. И рабочее бы время сберегли. И нам никаких потрясений. Да, Володя, у тебя сегодня дежурство. Фу ты. Ты разве что-нибудь приятное скажешь? А я не виновата, что все, что связано с жизнью коллектива, для тебя неприятно. Я мячик разыграл. Подача наша. Молодец. Я ведь напомнила Смирнову про дежурство. Он все равно не пришел. Не понимаю, что у него за дела такие неотложные. Любовь, он ведь у нас любимчик дам. Ну уж, манекен ходячий. Ой, что-то понесли. Посмотрим на всякий случай. Не надо! Надя! Тише! Вдруг там кто-то есть! Отец, Вася! Стойте, не с места! А ну-ка, отойдите от машины! Ой! Володя! Володя! Держись! Смирнов, заходи слева! Стой, Милиция! Неужели ты? Сусанна, о, какая ты стала! Я бы не узнала тебя ни за что. А ты совсем не изменилась. Слушай, а что это у тебя тут под глазом, а? Ударилась? Подралась. Подралась? А где ты вообще? Чем ты занимаешься? Хотя тут не место для беседы. Пошли. Слушай, пойдем в кафе, посидим, поговорим. Ой, хотя у тебя такой вид. Да, ерунда какая, подумаешь. Если в институте не пишешь. Выходим.
После института я вернулась сюда. Работаю социологом на заводе бытовых кондиционеров. Ой, что ты? У нас на заводе работает Петька Копытин. Ну, ты помнишь? Ну, он сидел еще со мной в 9 классе за одной партой. Жена, 2 детей. Слушай, а ты что, все еще в девках? А для меня мужчины как класс не существует. Я к ним отношусь как к пустому месту. А они мне нужны, как собаки пятая. А кто в 9 классе целовался с Сашкой Чекменевым? Я, да? Даже не верится, что такое было. Но это все Сашка. Вот это знаешь. Надежда, говори, почему тянешь замужеством? Можно подумать, что ко мне сватается, а я отказываюсь. Ведь никто, Сусаночка, не предлагал мне ни руку, ни сердце. Так ты и не жди, не предложат. Мы не можем ждать милости от природы. Взять их у нее — наша задача. Mm-hmm. Запомни это. Слова Мичурина. Нет, мои. Потому что Мичурин это сказал про яблони и груши. А я говорю про мужчин. Про то, что их нужно завоевывать самим. Не ждать, пока они соблаговолят пригласить тебя в ЗАГС. До пенсии не дождешься. К тому ж, Надюш, ну чего скрывать? Мы ведь с тобой не красавицы. Я да. Но ты очень даже. Я женщина с шармом. Не более. И ведь никто не догадывается, что этот шарм я сама себе сделала. Выстроила. И то, что я замужем, это только личная моя заслуга. Инициатива. Ой, Сусаночка, ну какая ты? Ой, ну самая обыкновенная. Просто профессия меня выручила. Все ведь думают, что психология и социология нужны только в управлении производством. А что этим наукам в личной жизни цены нет, кто знает, только я. Вот смотри, сидим мы уже тут с тобой 30 минут, а на нас, мужики, 0 внимания. Потому как вон. Сколько молоденьких и хорошеньких, верно? Верно. И можем так просидеть весь вечер, верно? Конечно. А можно так просидеть всю жизнь. Вот смотри. Молодые люди, не поможете мне прикурить? Поможем. Я не с места. Сами подойдут. Пожалуйста. Какие у вас интересные пальцы. Вы не виолончелист? Нет. Торговый работник. А что такое? Ваши длинные трепетные пальцы говорят о тонкой душевной организации. Благодарю вас. А может быть, мы пересядем к вам? И вы еще что-нибудь нам расскажете? Извините, у нас с подругой серьезный разговор. Но потанцевать с вами мы сможем. Правда, Надь? Договорились. Потанцуем. Ой, господи, фу, гадость какая. Я ведь не курю, так, для коммуникабельности. Так вот, первая теорема, которая не требует доказательств. Не родись красивой, родись активной. Ты меня слушаешь? Вернее, стань активной, сама ищи себе мужа. Только, конечно, не здесь, не в кафе. Лучше на работе. Там все как-то фундаментальней. Свой микроклимат в группе, более длительный контакт. У вас есть на работе мужчины? Есть. Разрешите вас пригласить? Ну, забыл. Как ветром сдуло, мама мия. Как ветром сдуло? Ты с девушкой в кино сидел? Когда мы с 2 мужиками дрались. Бедные эти мужики. Представляю, что вы с ними сделали. И фингал этот был бы у тебя, а не у Нади. Так бы и поставили ему фингал. Володя бы запросто с ними справился. С пьяными. А чего вы к пьяным мужикам пристаете? Ладно. Я напишу докладную о твоих прогулах начальнику штаба дружины. Пожалуйста. Пожалуйста, если так серьезно, могу дежурить с другой группой. If maybe. Можешь выйти с нами.
У нас компания спокойная. Мы ни с кем не деремся, никому не пристаем. А чем дежурить, как вы? Лучше уж смотреть кино. Пекла не я, мама. Она у меня большой мастер. Свадьбу, значит, зажала? Что ты, Миша, смеешься? Третий раз ведь замуж выхожу. Отметили в тесном кругу родных. Ну и как, третий муж удачный? Лучше второго, но не идеал. Плиз. Значит, этого ты тоже не любишь. Спасибо. Как сказал Ларош-Фуко, из двух любящих один любит, а другой позволяет себя любить. А кто из вас позволяет себя любить? Я, конечно. Что я дура, чтобы любить сама? А что, любить плохо? Все зависит от того, какой смысл ты вкладываешь в это слово. Самый обыкновенный. А что, есть еще? Сколько хочешь. Надь, мы с Люськой можем давать тебе уроки по этому делу. Недорого возьмем? А, Люсь. Спасибо. Обойдусь. Привет, подача наша. А что это у тебя? А, так, бандитский удар. На дежурстве, что ли? Ага. Надь, ты осторожней. Если останешься без глаз-то, с кем же я играть-то буду? А я и с одним могу. Должны так играть, в виде форы. Конечно, а то играйте одни весь перерыв. Ну, конечно. А давай, Лен, в самом деле, так будет справедливо. Попробую. Благодарю. Ну ладно, пока. Надюш, я к тебе, как обещала. А, Сусаночка, значит, ты не шутила? Такими вещами, ну что ты. Это же моя профессия, моя работа. Кстати, а кто этот парень, с которым ты сейчас играла в паре? А, это Гена Сысоев. Это техник из лаборатории. А, ну ладно, дальше можешь не продолжать, с ним все ясно. Но играли вы неплохо. Значит так. Вон тот пышный блондин кто? Это Лёша Пряхин, конструктор второй категории. Второй нам не надо, только первую. Ну и он меня совсем не волнует. Еще бы. Такая ореха. Нам нужны красивые мужья для полной гармонии. Так, вон тот в вельвете кто? Миша Дятлов, но он женат. Не страшно, можно развести. У него две дочки. Да? Ну тогда ладно, пусть живет. Алименты, дифференцированное отцовство. Это тоже, знаешь, не подарок. Да. Не густо у вас тут с мужиками, да. Не густо. Слушай, а что ты думаешь насчет начальника? Петра Васильевича? Да ладно, не пугайся, не нужен он нам. Был бы какой-нибудь профессор или доктор наук. А то по глазам видно, просидит за своей конторкой до самой пенсии. Нет, ну он хороший человек. Его хочешь? Нет, нет, что ты. Ну тогда остается вот этот пижон. Да, больше некого. И он мне чисто внешне нравится.
Но, наверное, это невозможно. Почему? Ой, знаешь, какой он красавчик. Он меня вообще за человека не считает. За ним все девчонки бегают. Надь, брось резинку. Какую резинку? Ну, не жевательную же. Ну? А, на, лови. Дзинькую. Почему по-польски? Ну, это у него привычка такая. Все время на разных языках говорит. Полиглот, что ли? Да нет. По паре слов из разных языков знает. В основном спасибо, до свидания. А, как попугай. Ничего. Мужчина может иметь безобидное хобби. Слушай, ты знаешь, а мне кажется, этот вариант интересный. Давай остановимся на нем, а? Да нет, Сусан, это невозможно. Да за ним все калькировщицы бегают. Ну и пусть бегают. Женится-то он на тебе. Хочешь? Ха. Хочу. Все. Заполнишь эти анкеты на себя и на него. А я обработаю их на ЭВМ. Надь, можно я отрежу половинку? От чего? Ну, от резинки, она у тебя такая мягкая. А, потому что я в керосине отмачиваю. Не режь, бери все. Шнурокалицон. А это по-каковски? Это по-армянски тоже, спасибо. Ну, считай, что он у нас в кармане. Ой, ну ладно, Надюш, я побежала. Мой перерыв тоже заканчивается. Провожать не надо. Звони. Что это за крокодил к тебе приходил? Это моя подруга. И очень даже симпатичная. Конечно, симпатичная. Я не знал, что у тебя такие подружки есть. Думал, из проектного. Двухметровый крокодил с улыбкой Моны Лизы. Молодой человек. Да. Разрешите вам задать один вопрос-тест? Пожалуйста. Вот как вы поступите, если встретите на улице молодую симпатичную женщину? А. Пройдете мимо. Б. Посмотрите ей вслед. В. Пригласите ее к себе домой на чашечку кофе со всеми вытекающими из этого последствиями. Отвечайте, не раздумывая. Не раздумывая, не смогу. Потому что А. Мне не ясно, какие последствия могут вытечь из чашечки кофе. Б. Молодой человек, с вами все ясно. Играйте в пинг-понг, Гена. Это у вас получается неплохо. Клавдия Матвеевна, а как вы чувствуете себя в компании малознакомых людей? Да неважно. Стараюсь помалкивать и поскорее смыться. А мне чем больше незнакомых, тем лучше. Особенно незнакомок. А ты, Володя? А? А ты? Я нормально. Как-то не задумывался над этим. Значит, свободно. А кто может в отделе товаров для женщин купить предмет женского туалета? Отвечайте, мужчины. Смотря какой предмет. Ну, любой. Ну, я могу купить. А что такого, если нужно? Я нет. Я эти отделы обхожу. Угу. Володя, а ты любишь громко пить в бане? Клюева, отстань, а? Со своими дурацкими вопросами. Я люблю громко петь в бане. Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Старая мудрая истина. Многие женщины об этом забыли, теперь страдают. Но главное, ни в коем случае нельзя говорить, как, что, из чего приготовлено. Вот зря ты сказала Володе,
что отмачиваешь резинку в керосине. Теперь он возьмет и сам отмочит. А нужно, чтобы все, что ему нравится, было бы только у тебя. И нигде нельзя было бы этого ни достать, ни купить, ни приготовить. Понятно? Понятно. Только как я подсуну ему эти пирожки? Ой, господи! Угостишь и все. Ой, ну ты посмотри, какая красота, а? Мы назовем их как-нибудь романтично. Маэстро. Все стряпаете? Да, еще и щебечем. Я пошел на репетицию. Ни пуха тебе, ни пера. Только, пожалуйста, не нервничай из-за этой флейты пикколо. Я постараюсь. Если задержусь, не беспокойся. У меня там ничего не ладится. Ну, ладится только у ремесленников. Талантливые люди в вечном поиске. Умница. Я пошел. До свидания. Чао! Он, конечно, не гений, но не без способностей. Иначе бы я за него не вышла. Между прочим, мужчины очень любят, когда им поют дифирамбы. Гораздо больше, чем мы, женщины. Поэтому делай своему Володьке как можно больше комплиментов. Говори ему, какой он смелый, талантливый, благородный. В общем, как говорят, вешай лапшу на уши. Да какой же он смелый и благородный, если у меня, можно сказать, из него фингал? Да, вот еще что. Общественную работу не веди с таким первозданным рвением. Лучше с оттенком усталой обреченности. Почему? Потому что это красит женщину, вынужденную вести общественную работу. Ну и чем же красит обреченность? Слушай, ты замуж хочешь или нет? Хочу. А раз хочешь, тогда делай так, как тебе говорят. Считай, что я твой врач. Я назначила тебе лечение. Я выписала тебе лекарство, рецепт. И ты должна все выполнять. А если ты меня начнешь спрашивать, зачем этот рецепт, зачем то лекарство, толку не будет. Договорились? Договорились. Володя, это тебе. Резинки, что ли? Попробуй, поешь. Очень вкусные. Не пожалеешь. Да ты что, Клюева, у меня же завтрак есть. Ну, Володечка, ведь ты такой умница. Ну, что тебе стоит съесть пирожок, раз угощают? Так, ты по заданию правкома, что ли? Володь, можно я возьму карандаш ТМ? Возьми. Ага. Да? Ну так надо, поешь. Володь, если ты не хочешь, я могу съесть. Если Надя не возражает, конечно. Ну, поешьте вместе. Хорошо, я съем. Если засчитаешь дежурство, окей? А? Ты что? Что? А дежурство? Ой, ерунда какая. Пожалуйста. Да? Тогда бонзай. Ну как? Что чувствуешь? Вкусно. А я еще принесу. И мне, пожалуйста. А тебе зачем? Как зачем? Вкусно ведь? Анкеты я разрабатывала с таким расчетом, что ответы должны давать сами опрашиваемые. Ну, а тут же за Володю отвечала ты. Поэтому, возможно, всякие ошибки, всякие погрешности. Ты видишь, что выдала ЭВМ? Что? Возможно, он интроверт с замашками неформального лидера. О? И что теперь, Сусанна? Да ничего, все равно будет наш. Только ты, пожалуйста, не трать столько времени на пинг-понг. Сиди возле Володи. Делай вид, что интересуешься шахматами. О деньгах можешь не беспокоиться, будешь возвращать мне частями. Значит так, если я тебе говорю, в общем, неплохо, торгуйся, цены у него еще те. А если я тебе запою болероды либо, ну вот это, красавицы кадик, со замуж не хотят,
Бери без разговоров, поняла? Угу. Сусаночка, а разве это болеро? Что, Сусанна? В общем-то, неплохо. Я стала похожа на нашу Виноградову. Ты стала похожа на человека. Не хочешь, как Виноградова? Примерь это. Будешь, как Персикова. Ты посмотри, Сусанна, какой катон, какие лейблы. Даже такая преобразилась. Ну и куда я могу так пойти? На работу нескромно, в театр вызывающе. В общем-то, неплохо. Кого ты привела, Сусанна? Она что, с Урала? Примерь вот это. Карден. У нас в Союзе 2-3 единицы таких. И то у жен дипломатов неприсоединившихся стран. Ну, что скажешь, Сусаночка? В общем, даже очень неплохо. Поняла, поняла. Только я, если ты не возражаешь, я бы все же взяла вот эти джинсы, шубку и сапожки, что вначале примеряла. Надюш, ну кого сейчас удивишь вельветовыми штанами? Бери кардена, не ошибешься. Очень неплохо. Это все не по мне, Сусаночка. Джинсы отдаю по номиналу, даже с оценкой. Так, скидываю полтинник на все, что ей нравится. Берешь, бери, нет, разбегаемся. Полтинник, это 50 копеек? Она точно с Урала. 50 рублей. Ой, Сусаночка, давай возьмем, не торгуюсь. Красавицы Кадикса замуж не хотят. Очень обаятельная и привлекательная. Я жутко нравлюсь мужчинам. Они просто от меня без ума. Это ну ерунда какая. Надюш, ты чего опаздываешь? Ой, какая ты. Нравится, мам? Ты как Лариска из 12-й квартиры. Ну, а в этом же что-то не то. Надо же. Во. Ау. Ты что, не играешь в теннис? А, надоело. Я хочу в шахматы научиться. Похвально, только вряд ли осилишь. Ну, если ты уж осилил, то мне, разумеется, придется очень трудно. Ты ведь очень способный. Кто? Володька? Да он же играть не может. Ну, играю-то я лучше тебя. Шах. Ой, напугал. Ну? Клюева, к телефону. Значит, так и не решилась прийти в обновке? Нет. И аутотренинг не помог? Не помог. Угу. Сидишь вот. Возле них. Да. Ну и сиди. Скучновато вообще. Без труда? Не вытащишь и рыбку из пруда.
Вечером увидимся, поговорим. Ладно, хорошо. А ту кто выиграл? Володька. Случайно. Случайность. Частный случай закономерности. Молодец, Клюева. Наверное, ты осилишь шахмат. Как видишь, никто на тебя пальцем не показывает. Наоборот, все думают, какие нарядные, симпатичные девушки. Про нас-то. Вон, двое парней пошли. Прям головы свернули, как на тебя смотрели. Где? Извините, вы не скажете, который час? Сколько времени? Не скажем. И учись отшивать их. Это тоже пригодится. Привет. Похоже на Надю. Смотри-ка, в джинсы уже облачились самые отсталые слои населения. Надь, а что случилось? Почему ты так разоделась? Я у подружки ночевала, не успела переодеться. А откуда у тебя эти сапоги? Я полгода за такими гоняюсь. А это мне принесли. Франция. А джинсы какие? Индийские? Ты что, с Урала? Что, он разве не видно по катону и по лейблу? Только при чем тут Урал? Не пойму что-то. Честно говоря, я не ожидала увидеть на тебе такие. Да, у меня еще есть, которых в Советском Союзе 2-3 пары, и те на дипломатах. Давно уже. Какая ты подпольная модница. Не ожидала от тебя такого. Сейчас я угощу вас всех пирогом Ноктюрн. С чего это? Был повод, испекла. Ой, я никак маэстро забыть не могу. А это, наверное, вообще. А я съем в перерыв с чаем. А вот этот кусок я отнесу Петру Васильевичу. Плиз. Спасибо. А моя мама печет точно такой, но в рецепте он называется чайный. Что-то печете вы все, девочки, печете. Лучше уж капусту квасили, что ли? Благодарю. Надь, можно я съем и Володькин? Он разрешает. Надь, ты что, за Володькой бегаешь? Я? С чего вы взяли? А что, очень заметно? Я не знаю, как другие, но я-то сразу усекла. Особенно, когда ты так разоделась. Я не понимаю только, зачем тебе это надо. Он избалованный, несерьезный, папенькин и маменькин сынок. Мне ведь замуж пора выходить, Клавдия Матвеевна. А Володя – подходящая кандидатура. Для тебя? Да, даже ЭВМ это подтвердила. Ну, если ЭВМ, я, конечно, с ЭВМ тягаться не могу. Вообще, у меня мозги, а не перфокарты. Но знаю точно, он тебе не пара. Вот, Лёха Пряхин в самый раз. Если хочешь, подсобить берусь. Ручаюсь на 100%. Завоевать Пряхина – небольшая победа. Пряхин у нас почти в кармане. И притом на одних только маэстро. А дальше что ты будешь с ним делать? Надоест, от скуки подохнешь. А нужно, чтобы был вечный бой, понимаешь? Чтоб всю жизнь горела синим пламенем. Хочешь? Хочу. Тогда забудь о Пряхине.
Он, кстати, нам очень мешает. Ставит под угрозу срыва весь наш план. Только пункт, связанный с питанием. Самый важный. Тогда найдем подходящую замену. А теперь займемся аутотренингом вдвоем. Я что-то начинаю выходить из формы. Садись. Готово. Да. Тогда поехали. Я самая обаятельная и привлекательная. Все мужчины без ума от меня. У меня стройная фигура, красивые ноги. Я могу менять мужчин, как перчатки. Крутить и вертеть ими, как жонглёр булавами. Достаточно одного моего... Чем это вы заняты? Взгляда. Что случилось? Устали. Присели отдохнуть. Дорогой, у меня к тебе просьба. Обещай, что выполнишь. Обещаю. Нужно к концу работы заехать за Надей. А, это по экспериментальной части твоей диссертации. Угу. Ну, конечно, заеду. А зачем? Аркадий заедет за тобой к концу работы и на глазах у всех сотрудников посадит в машину и увезет в неизвестном направлении. Это должно заинтриговать Володю и изменить его отношение к тебе. Ну, конечно. Представляю, как они все попадают. Да и не только Володя. А что за диссертация? Психология брачных союзов. Это малоизученная область психологии и социологии. Ой, Надюш, мы с тобой там сделаем кучу открытий. Ну, как дела, Лариса Владимировна? Ничего страшного, голубушка, никуда он от нас не денется. Повторим еще раз ватрушки «Утренняя заря» и продолжайте аутотренинг. Помните, что вы самая обаятельная и привлекательная. Я самая обаятельная и привлекательная. Все мужчины оборачиваются и смотрят мне вслед безумными глазами. Они будут счастливы, если их одарю мимолетным взглядом, улыбкой. У меня стройная фигура, красивые ноги, грациозная походка, обволакивающий, чарующий взгляд. Привет, Надя! Привет. Не опаздываем? Успеем. А что ты бормотала себе под нос? А, да так, считалочка одна. А почему в перерыв не приходишь играть? Ой, Ген, сейчас такие пошли дела. Жаль, что не могу тебе всего рассказать. Понятно. Поздравляю с обновкой. Спасибо. А нравится? Ну, только честно, Ген. Нравится? Только ты стала какой-то другой. Какой другой? Еще красивее стало. Ах, куда уж красивее. Я серьезно, а ты шутишь. И я серьезно. Надь, ты не хочешь купить у меня кипи? А для чего она мне? Как? Ты разве не знаешь, что кипи сейчас очень модны? Примерь. Ну, смотри. О, ух ты! Здорово, тебе идет. А почему сама не носишь? Ну, во-первых, это не мой стиль. А во-вторых, у моего нового мужа почти такое же кепи. А Надька, раз брюки надела, значит, может, теперь и фуражку. А, по-моему, не идет. Ну, я же знаю, что я говорю. Мои подружки, слава богу, разбираются в моде.
Журнал «Бурда» смотрим ежемесячно. Привет. О. Сам Олег Попов к нам пожаловал. Здравствуйте. Точно. Нет, Люсь, я кипи уже не вынесу. Здравствуйте. Вот какое дело, товарищ. Необходимо послать 3 человек в Сущевск на испытание нашего агрегата. Ну, кого пошлем? Ну что, из несемейных? Что за дискриминация, Петр Васильевич? Семейным как раз нужен отдых от семьи. Пошлите, пожалуйста, меня. С Володей Смирновым. Я согласен. Вот. Ну, пожалуйста, езжайте. И меня пошлите. А тебе зачем? Действительно. А нужно ведь 3 человека. Надя! Надя! Надя, что ж ты? Аркадий, я забыл совсем. Я прервал репетицию, она забыла. Пошли. Улыбайся мне, как я тебе. Так велела Сусанна. Идем к машине. Сусанна все-таки гений. Нас заметили, на нас смотрят. Там несколько человек стоят, как парализованные. А может, помахать им рукой? А Сусанна разрешила? Нет. Тогда не надо. Никакой самодеятельности. Все-таки это наука. Садись. Шнурок развязался. А он и был развязан. А что это у тебя на рукаве? 3-й день уже. Суп, что засохший? Да это клей, все забывает тери. Вот что значит холостой человек. Была бы жена, она бы о тебе позаботилась. И мать все пишет из деревни, женись, да женись. А когда женись-то? А ты что? А что я-то? Кого-то полно сидит невеста, меня дожидается. Ну, знаешь, полно не полно, но в нашем институте можно присмотреть. Да. Надька Клюева. Чем не невеста? Вкусно готовит. Только за ней вон какой франт ухаживает.
Может, это ее родственник? А, родственник, да. Леша, а ты тоже фронтик. А. Мужчина должен быть аккуратным, побритым. Побритым? Вон Володька Смирнов. Он душится, как барышня. Фу. А ты? Шнурки развязаны, клей на рукаве. Сроду брюки не гладил. Да какая же девушка тебя полюбит? Тем более Надька Клюева. Молодец. Но этого мало. Леша, слушай меня. Здрасте. А, Петр Васильевич, здрасте. Друг приехал из деревни. Заночевал у него в доме колхозника и не успел зайти домой и переодеться. Ну и правильно, Леш. Так и ходи на работу. Сразу завидным женихом стал. Ладно, теперь так и буду ходить. Надь, а что за красавчик вчера с тобой приезжал? Родственник? Или как? Или как? Это как же понимать? А так, что незамужней девушке нескромно задавать подобные вопросы. Это где, интересно, такое написано? А это мой знакомый приезжал, Леша. Уговаривает выйти за него замуж. Выходи, Клюева. Чё тут думать? Последняя модель «Жигулей». Хи-фи. А? По расчёту я не могу. Придется ждать любви. Зря. По расчету очень даже можно. Лишь бы расчет был правильным. Расчет в таком деле? Нет. Только чувства. Вот я и говорю. А то некоторые все выходят замуж и выходят. Все рассчитывают и рассчитывают. Билеты взял только благодаря моим связям. Уезжаем в 17:03. Ну, а почему так рано? Можно было ночным. Не забывай, старик, я женат. У меня две дочки. Каждая минута, проведенная дома, приравнивается к четырем, как в колонии строгого режима. Ну, а женился ты по любви или по расчету? Да я все делаю по любви. Отсюда все мои неприятности. Вот тебе и наглядный пример. Все же у меня есть кое-какой опыт. Чего? Володь, ты хочешь ехать в командировку? Не, не то чтобы очень. Так, комси-комса, что. Ну, давай я вместо тебя поеду. Да? Не, ну я с удовольствием, ну, дятел обидится. Ты пойди поговори с ним. Давай. Миш, давай я вместо Володьки поеду в командировку. Он согласен, если ты разрешишь. И что мы с тобой там будем делать? Как что? Агрегат испытывать? А ты думаешь, я из-за агрегата туда еду? Оставляю семью, друзей? Слушай, а поезжай-ка ты вместо Клюевой и испытывай агрегат себе на здоровье. Понимаешь, я из-за Надьки и хочу ехать. Нравится она мне. Но только это между нами. А? Вот она. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Добрый день. Причина у тебя, Лёха, конечно, убедительная. Как мужчина. Мужчину я тебя понимаю. Но ничем не могу помочь. Клюева твоя уедет и приедет. А мне такой случай упускать нельзя. У меня жена и две дочки. Так что прости, не могу. И Володьку не отдам. Потому что мне нужен беззаботный и симпатичный напарник. Ну, а чё я-то? А ты, Лёх, прости. Хоть и в новом костюме. И вообще отличный парень. Но в таком деле не потянешь. Ну ладно, Миш, счастливо вам съездить. Угу. Клюева и Степанкова, пройдите ко мне. С вещами?
Не смешно. Может быть, там? Ну, при всем честном народе, как говорят. Конечно, конечно. Прошу вас. Угу. Этот товарищ к вам. Что мы такого сделали? Чистосердечное признание учтется при вынесении приговора. Попрошу внимания, товарищ. Так, пройдите сюда, пожалуйста. Прошу. За проявленное мужество и отвагу при задержании опасных преступников районное управление внутренних дел награждает почетной грамотой Степанкову Клавдию Матвеевну. Поздравляю вас, восхищен вашим поступком. Да я бы сама ни за что, только вслед за ней. Прошу вас. Ах, да, спасибо. И Клюеву Надежду Васильевну. Вот уж не ожидал, что такая очаровательная девушка может вступить в единоборство с бандитами. Прошу вас. Спасибо вам. И вам. А мне-то за что? За комплимент. Ого, молодец, Клюева. Со своей закуской ездишь? Так. О, какая-то рука интересная. Линия ума очень глубокая и пересекается с линией жизни. Ну и что из этого следует? Ребята, там кадрик стоит, конец света. Где? Что будем делать? Может, пригласим к нам? Вполне. Филяйхт. Ничего в ней особенного нет. Для тебя, может, и ничего, а для нас все в ней особенное. Давай, Володь, иди на абордаж. Не, я так не могу. Ну что это? Ну, пасаран, нет. А на меня мандраж напал. Совсем потерял квалификацию. Пригласи ты, Надь, как женщина женщину. Делать мне нечего. Веселей будет, Клюева. Ты же у нас культ массовой секты. В дурака сыграем 2 на 2. Для дурака можно кого-нибудь другого пригласить. Для чего нам кто-то, когда такая фея пропадает? Эх, была не была. Давай. Скучаете? Как всегда, в дороге. Давайте скучать вместе. Мы артисты Росконцерта. Я конферансье и художественный руководитель ВИА, неунывающие децибелы. А друзья? Мои коллеги. Исполнительница лирических и жанровых песен Надежда Ашкенази со своим аккомпаниатором. Приглашаем к нам на голубой огонек. Спасибо, но я не могу. Почему? Поверьте, все будет. А в чем дело? Дима нас приглашает в гости. Познакомьтесь, это мой муж. Так вам и надо. Ну что, ребята, может, в картишки сыграем? Да нет, лучше еще про армянское радио, Миша. Пожалуйста. В комнате было 4 кошки. 3 вышли. Сколько осталось? 1. Нет? Думаете? А что думать-то? 3 вышли, 1 осталась. Кошек ведь 4 было. Дима, не горячись. Если бы задача так просто решалась, понимаете, армянское радио этим бы не занималось. Excuse me. Ладно. Ну, а сколько, по-вашему, осталось? В самом деле, все равно ведь не отгадаем. 2. Почему? 1 вернулась. Какая прелесть! Вы что, и на концертах такие штучки рассказываете? Да. Я, между прочим, лауреат всесоюзного конкурса артистов эстрады. О, какая честь для нас. Да. А вы, может, споете что-нибудь? Без аккомпанемента? Это невозможно. А, ничего, обойдусь. На бой быков смотреть пошли с тобой однажды этим летом. Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а можно девушку поместить куда-нибудь подальше от нас? На другом этаже, в другом крыле. Чем же она вам не угодила? Вынужден сказать вам правду, как врачу. Она близкая подруга моей жены. Цель поездки какая у нас? Деловая. Ага. А в командировке с двумя молодыми симпатичными, сами понимаете, все может произойти. Ну, ладно. Поместим вашу Клюеву так, что искать будете, не найдете. Мы ваши должники. С чувством глубокой благодарности. Но это совсем не обязательно. Скажи тете спасибо. Мадлопт. По-грузински это спасибо. Я и так могу построить эту кривую. Для этого не обязательно снимать все показания. Ну что ты, Володя? Чем тщательнее мы будем снимать показания, тем точнее у нас получится кривая. Толк от этой кривой? Работает машина, нас переживет. Я вот что хочу сказать, Надь. У меня здесь тесть живет, инвалид войны. У него крыша протекает. Вот если бы ты нас отпустила, мы бы с Володькой помогли ветерану. А после работы нельзя? И я помогла бы вам. После работы нельзя, не управимся. Там дело не в проворот. Как чудо великого ждешь, может быть, даже само ожидание счастьем когда-нибудь ты назовешь. В любви рецептов нету, доверимся судьбе. Легко давать советы другим, но не себе. Дождаться счастья надо. Зачем торопишь жизнь? Быть может, счастье рядом, быть может, счастье рядом, лишь только оглянись. Где тот единственный рыцарь-мужчина? Где его встретить и в ком угадать? Сверхэлектронная чудо-машина не в состоянии мне предсказать. В любви рецептов нету, доверимся судьбе. Легко давать советы другим, но не себе. Дождаться счастья надо. Зачем торопишь жизнь? Быть может, счастье рядом, быть может, счастье рядом, лишь только оглянись. Ох, какой хитрый! Нет, так, наверное, не получится. А вот и моя соседка пришла. Да, симпатичная. Сейчас спрошу. Слышь, Надь, я тут днем с двумя дрессировщиками из цирка познакомилась. Приглашают в гости на ананасы. Пойдем. Нет, Ларис, я устала. Иди одна. Слушай, ну, одной мне неудобно. Их ведь двое. Надюш, ну, подержи компанию, а? Ну, будь другом. Совсем ненадолго. Мы идем, Эрик. Готовьте ананасы. Все же заманили птичек в клетку. Знакомься, Надя, это Эрик.
Очень приятно. Это они? Дрессировщики. Да, вот это Артур. Вот. Ну, где же ваши ананасы? Заходите. Пожалуйста. Заходите. Я пойду сифон принесу. Какой сифон? Откуда здесь ананасы, Лариса? Мы ведь не в Африке. Это была шутка. Но у нас есть сушеные финики. Артур, то есть, Володя, посмотри в моем портфеле. Да. Давай. Финики. Вот, пожалуйста. Так, и кого же они дрессируют? Вот этот пантер, а Артур собачек. Они у него в футбол играют. Иногда. Первый раз вижу дрессировщиков, у которых нет ананасов. Ну, нет у нас ананасов. В таком случае, мы лучше придем на ваше выступление, раз нет ананасов. Это была просто шутка. Розыгрыш, понимаешь? А тесть тоже розыгрыш. Инвалид войны, ветеран. Тоже шутка. Это ты права, Надя. Виноваты, без попуток. Готовы трудом искупить свою вину. Пожалуйста. Давай так, Надя. Сегодня вкалываем мы, а ты иди гуляй. Ходи по магазинам, мы все показания снимем. Так я вам и доверила агрегат. Запишите показания на глазок, и получится еще та кривая. Что-что, уж кривую построим. Ну, мы все-таки инженеры, Надя. Да? Да. А я думала, вы дрессировщики. Эрик! Артур! За работу! Понял, Володь, почему вся командировка у нас так прошла. Как говорят, коту под хвост. Чего? Клюева ко мне неравнодушна. В этом все дело. С чего ты взял? В командировку напросилась с нами. Это раз. Всю дорогу прохода нам не дает. Заваливает на корню все наши начинания. Так. Два. А как она смотрела на меня из-за этой Лариски? Будто я ей муж. До сих пор дуется. Майн год, никогда бы не подумал, что Клюева на такое способна. Привыкли мы к ней. Она ничего. Между нами Пряхин сохнет по ней. Да ну? Он мне сам сказал. А она, видишь, ко мне. Но на работе я ни за что. Хоть сама Софи Лорен вместо Клюевой. Прав, 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 прав. Скажи, а если бы не на работе встретился с Клюевой? Тогда другое дело. Ребята, ужин готов, руки мойте. Один момент. Видел, как она на меня посмотрела, как собака Баскервилей. Теперь заметил. Ой, какие мальчики в этом вагоне. Не то что у меня. Проходите, девушки, проходите. От греха подальше. Поверишь, так себя чувствую, будто с женой и детьми еду. Ну ладно, не обращай внимания, пойдем. Пойдем. Все ясно. В командировке Володя попал под влияние неформального лидера Дятлова. Но это для нас тоже плюс. Значит, он поддается влиянию. Слушай, Надь. Я тебе дам билеты на концерт Джани Моранди. Пригласишь Володю. Если это не поможет, объяснишь ты в любви. Ну? Безотказный прием. Ну, чего ты так пугаешься, глупенькая? Ты вспомни Татьяну Ларину. Сейчас женщины перестали объясняться в любви. И себе же во вред. Это научный факт. Теперь мы выберем тебе вечернее платье.
Сам обсуди. Куда он теперь от нас денется? Хочешь пойти на Джани Моранди? Чего? Хочешь пойти на Джани Моранди? Ты что, шутишь, Клюева? Нет, не шучу. Есть один билет лишний на сегодня. Я могу пойти, Надя, если билет пропадает. Эх, Леха, разве такой билет может пропасть? Ни с того, ни с сего. Так, нет, все, все, Надя, иду я. Ну. А ты, Пряхин, обойдешься. Сегодня футбол по телеку, так что давай. Вообще, да. Кубок кубков. Послушай, Пряхин, а как ты рассматриваешь промежуточный вал? Как балку с защемленным концом? А почему защемленным? Ну и лопух ты, Леша. Так сразу и сдался. А что я могу сделать? Настойчивость и инициатива в самых, казалось бы, безнадежных ситуациях. Вот перед чем пасует в конечном итоге любая женщина. Мои мужики пошли. Господи. Ой, Надя! Ты это куда? На концерт. Красивая какая. А платье откуда такое? От Кристиан Диора. Раз от спекулянта, значит, дорогое. С Сусанкой идешь на концерт? Нет, с молодым человеком. Ой, не может быть. А вот и может. Ну, я пошла. Простите, лишнего билетика не найдется? К сожалению, нет. Нет. Леша! А, ну все, ребята. Ты же ведь футбол смотреть собирался. Какой футбол, когда такой концерт? Вот билет достал. С переплатой. О. А ты чего опаздываешь? Володька ждет давно. Женщина должна опаздывать. Минуты ожидания дают мужчине возможность, да, лишний раз спокойно подумать о ней. Ха, будет Володька лишний раз думать, как же. И не один он пришел к тому же. А с кем же? Сейчас увидишь. О, да. Вот, пожалуйста. А, Надя. Познакомься, это Свет. Ой, сколько вот, тоже хочешь попасть на концерт, но билет не можем достать. Ха, не достанете, стой на одном месте. Я сколько побегал, пока достал, и то вот с переплатой. Достал? Отдай, любые деньги заплачу. Ты что? Я и так кубок кубков не смотрю, соображаешь? Ты что? Ну все, я пошел, а то я пока доберусь до галерки, так что встретимся в антракте. Счастливо. Болельщик, давай. Ну что делать будем? Что делать, когда концерт начинается? Ладно, я пошла. Подожди. Надь, ты очень хочешь пойти на концерт? Прекрати, Володя, как тебе не стыдно? Подождите, Света, я действительно не хочу идти на концерт. Так чего же мы голову ломаем? Надюш, спасибо. Надюш, Рахма, мучит грязь. Надюш, спасибо, большое спасибо, Надюш. Пойди, пойди, скорее, скорее. Не будет билетика у вас. Дам кишу. Ты не только в шахматах пижон, но и в жизни. Ну как можно было так поступить с Клюевой? Она же сама отдала нам билет. Когда человек пьет, его даже змея не жалит, а вкус? Все это она из-за меня делает, ребята. Эх, жалко девку. А ты-то при чем? А вот при том.
Можно Клюеву? Наш конкурент? Продолжаем пить. Давай, Леха. Давай. Привет. Слушай, у меня к тебе деликатная просьба. Я тебя выручил? Да. Надеюсь, что ты меня тоже выручишь. Скажи, пожалуйста, Сусанне, что у вас сегодня в институте вечер, и тебе нужно, чтобы я был с тобой. А почему? Видишь ли, мы сегодня должны с Сусанной идти на концерт. А мне, ну, просто позарез, нужно быть вечером свободным. Такая ситуация сложилась. А к тебе, ну, для тебя, она меня без звука отпустит. Ты ее любишь? Кого? Сусанну. Очень. Я очень хорошо к ней отношусь. Она талантливый ученый, замечательный человек, Надя. Я музыкант, понимаешь? Мне иногда, ну, просто необходимо перемена чувств, взрыв эмоций, сильное ощущение, что ли. Ну, как в музыке. Все ясно. Извини, я ничем не смогу тебе помочь. Продолжаем пить, ребята. Вода газированная? Газированная. А почему, собственно, это вас интересует? Пить хочу. Можете ходить. Но вода только для работников института. Вы работник института? Нет. Тогда разговор закончен. Пей, Леха. Пей. Надюша, это тебе. Ой, спасибо. А с чего это? В память о нашей командировке. Надь, это тебе. Мне из деревни целую корзину прислали. Какие красивые. Только куда мне столько? Ну ладно. Одну возьму. Скромный презент. Чешская, очень мягкая, и не нужно отмачивать керосин. Спасибо, Володя. Ух ты, здорово. Да, ерунда. Знаешь, я обязательно достану 2 билета на какой-нибудь дефицитный концерт и приглашу тебя. Спасибо, мне вполне достаточно ластика. А все остальное, дурь, блажь, ты прости меня. За что? Надя! Надя, к телефону! Ну, как дела? Объяснилась? Да. Он тебя не любит. Да. Ну и отлично. Умница! Все идет как надо. Вечером поговорим. Я тебя люблю, Сусаночка. И я тебя, Надюш. Чао! Thank you.
Надь, ты куда? Надя, будешь играть? Ой, Ген, я так соскучилась. Очень. И я очень.